Сегодня деньги, которые поступают от продажи нефти, частично, конечно, они поступают в «Югранснефтегаз». Дело в том, что мы работаем, как и любое предприятие, у нас есть бизнес-план. И те деньги, которые необходимы на производство, на выплату налогов, на выплату заработной платы, безусловно, они возвращаются к нам. Нет, я имею в виду, то, что вы зарабатываете, это сегодня и ход уходит в государство или как это делается? Ну, сегодня ситуация такая, что достаточно большие средства «Югранснефтегаз», если взять в общем на производство и на налоги тратится 12 миллиардов, то где-то около рублей в месяц, то около 7 миллиардов уходит в виде налогов государства. А какой долг еще перед «Юкосом»? У «Юкоса» перед государством? Вот это я вам не скажу. Не уполномочен. Да, хорошо. Как сейчас ситуация выглядит? Большинство средств уходит в погашение долга, да, или как это? Ну, то, что касается «Югранснефтегаз», на самом деле, фактически с конца августа ни один рубль фактически не поступил на счета «Югранснефтегаза». Дело в том, что комиссионером по продаже нефти «Югранснефтегаза» является компания «ЮКОС», а в связи с претензиями, с налоговыми государства к «ЮКОСу», счета «ЮКОСа» заморожены. И, естественно, в «Югранснефтегаз» не поступают деньги. Все, отлично.
Окей. На меня смотрите. Окей, скажите, пожалуйста, рабочие, они могут все получать тут, в Нефтеюганске, свои деньги, или там уже в связи с ситуацией есть задержки? На сегодняшний день задержки выплаты заработной платы работникам «Юганскнефтегаз» нет. Для нас вот сегодняшней в этой ситуации поставлена одна простая задача. Мы должны все сделать для того, чтобы сохранить производство, не снижать объемы добычи нефти. И второе, это безусловно, все, что мы можем сделать в плане социальном. В первую очередь, конечно, выплата заработной платы. А на сегодняшний день зарплата выплачивается вовремя. Хорошо. Все. Не надо уходить. Скажите, пожалуйста, мы сегодня, когда мы говорили там в офисе, слышали, что все-таки есть задержка, но не у вас, а у кого тут, кого это касается? Безусловно, «Юганскнефтегаз» сегодня работает с огромным количеством подрядчиков, те, которые нам сегодня оказывают услуги, строят, перевозят. И сегодня по некоторым предприятиям уже есть задолженность по заработной плате. Но это в первую очередь связано с тем, что в «Юганскнефтегаз» не поступают денежные средства, поэтому мы не можем рассчитаться с нашими подрядчиками. Почему все-таки люди дальше работают? Я уже об этом говорил. Так уж сложилось, наверное, что в России достаточно часто случаются кризисы, и мы понимаем прекрасно, что все это временно, и придет время, когда будут и вовремя выплачивать зарплату, и будут поступать вовремя средства. Наверное, очень трудно людям здесь найти другую работу, потому что, в принципе, все, что здесь создано, все, что построено, во имя одного – это добыча нефти. И поэтому, да и сибирский характер, наверное, вот людей говорит о том, что переживем мы все сложности, и жизнь настроится. Понимаете, какие у вас есть сейчас чувства? Вон, Паша, помоложе. Я говорю, Паша, отвечай. Спросите. Газеты почаще. Наброс, читаешь. Скажите мне, пожалуйста, как вы сами думаете? Да как, я лично думаю, что это все это незаконно делается. Все компании так же работали, как и наша ЮКОС. А в оконцовке получилось один ЮКОС крайний. Вот так мое мнение. Об этой ситуации. А вы как думаете? Да я не знаю, как мне думать. Вы боитесь задержки зарплаты? Ну, конечно. Люди кредиты набрали, суды взяли, квартиры люди взяли. А сейчас, если что случится с компанией, то я не знаю, как будет рассчитываться. То есть тяжело будет, если будет задержка. Не только рабочим, но и начальством тяжело. Всем тяжело будет. Что вы сказали? Всему поселку, все жители, весь поселок, считай, это от компании от этой зависит. А если компания, что-то случится, и все сервисные предприятия, и жители простые там будут страдать. Thank you.
Бить, 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 нормально, нормально. Будем делать, да. Ну я уже замерз. Ясно, Сергей. Я же существо кабинетное.